Друзья, битбокс — это живая имитация электронной музыки. Вот, и, собственно говоря, пройдемся по фактам. Битбокс, к слову говоря, появился еще в 16 веке официально в информационных ресурсах. Это элемент хип-хоп-культуры, которая появилась в 80-х. И, безусловно, это один из основоположных элементов, которые составляют культуры битбоксинг-гитар, которая появилась в 2010 году, и, что немаловажно, в Луганской области на украинском языке. Любой битбоксер может делать такие вещи, как Майкл Джексон. Собственно, да. И, конечно, дабстеп. В моем исполнении это звучит так. Есть традиции, которые объединяют людей долгие годы. И мы рады приветствовать вас на открытии на первом дне 21-го, вдумайтесь, фестиваля «Червоне вино 2016». А как сказал Левич, с помощью битбокса можно имитировать звуки окружающей среды и быта. Ну, чувак, на самом деле это очень активно. А теперь я попрошу вас обратить... Возможно, вы не видите в моей руке пульт, но он все же есть. И мы хотим, чтобы вы сейчас обратили внимание на пульт в моей руке и представили позади себя огромный экран телевизора. Опять помехи. Эффект убери, пожалуйста. А стуки называют мили. ЮНЕСКО сообщила о том, что... Знающий бы допомнил, но что вы упустили, дыхо опустится, ляжет белое небесное крыло. Буде нас терп надолго замывать, як тися пряжка. Зрудня тоді до січня і до лютневих веж. Може, зрозумію, що жити зовсім не страшно, хоч серед білої тиші зовсім один живеш. Поміж двома подихами, двома хвилями часу, рано і пізно.